Отделение гемодиализа в Пинской центральной больнице открылось в 2003 году. Это стало настоящим спасением для пациентов с острыми и хроническими заболеваниями почек. Без этих аппаратов люди просто умирали. Это наша жизнь. С первого дня жизненно важное отделение возглавил Андрей Слежевский. Андрей Николаевич хорошо знает статистику, за каждой цифрой которой стоит человеческая жизнь. За это время, пока функционирует, значит, нами пролечено примерно около 800 человек. За это время обследовалось и направлено на пересадку почки, которая выполняется более активно после 2008 года, будем точны, 102 человека. Из них практически 85 человек живут до сих пор. Именно благодаря лечению в отделении гемодиализа тяжело больные люди вернулись к своей обычной жизни и забыли, что такое гемодиализ – многочасовое подключение к аппарату искусственной почки. В настоящее время наши больницы проходят лечение с хронической почечной недостаточностью 42 человека. 37 человек на лечение программным диализом, 5 человек на лечение перитониальным диализом. Вот почему весь персонал так высоко оценивает новое, более совершенное и точное оборудование, которое недавно установлено в отделении. Оно на порядок выше увеличивает шанс на качество жизни пациентов. Это два аппарата: искусственная почка и миксер для приготовления растворов. Один из этих аппаратов обычный, для проведения обычной функции программного диализа, а один более высокого класса, он так и называется, высокого класса, для более углубленной очистки этого организма. Что это дает? Мы улучшаем именно качество жизни наших пациентов. Лечение в отделении дает возможность продлить жизнь даже самым тяжело больным пациентам в среднем на 10 лет. Новый аппарат высокого класса – это еще один шанс для пациентов, находящихся на гемодиализной терапии длительное время и не подлежащих трансплантации. Владимир Герусов, пациент со стажем, уже оценил возможности нового аппарата. Аппарат замечательный. Буквально показывает и сразу меряет давление, частоту пульса. Короче, очень много показаний выдает сразу. Прекрасный аппарат. И после него чувствую себя очень хорошо, как здоровый человек, прекрасно после вот процедуры. Я вот лежу 4 часа, просто говорю, вы понимаете, вот эта процедура, она убирает все, все инфекции. По словам Владимира Ивановича, после лечения он чувствует себя другим человеком. И за эту возможность серьезно поправить здоровье, за отношение персонала готов благодарить бесконечно. Спасибо нашему государству, спасибо нашему президенту Александру Григорьевичу, который заботится о нас, об инвалидах. Вот. Ну, это вообще всей социалки, просто даже слов нет. Прекрасный коллектив во главе с Андреем Николаевичем, заведующим, просто медсестры, просто золото. Я уже не говорю о врачах, потому что трудно даже кого-то отметить с лучшей стороны, но все замечательные. Сегодня медицина города располагает большими возможностями. Оснащение современным оборудованием идет планомерно и целенаправленно. Так, у медицинских работников отделения гемодиализа появилась возможность повысить качество оказания специализированной помощи больным с патологией почек. Все это бесплатно, все это по линии именно бюджета, именно республиканского. Все расходные материалы получаются тоже бесплатно. Все пациенты получают все это бесплатную помощь.